разом включаємося в молитву спільно, нагадуємо, нас можна дивитися в прямому ефірі в Ютубі, вписуємо Різдво, а після концерту і молитви чай. Запрошую. Дорогие гости и участники фестиваля, спасибо за стойких, за мужественных, которые до конца спасутся. От имени всей церкви поздравляем вас с Рождеством Христовым. Я хочу пожелать вам самого главного, что нужно для счастья человека. Самое главное – это то, что принес Иисус на землю, когда пришел 2015 лет тому назад. Он принес жизнь неба на землю. Он явил образ Отца на землю людям. Он явил характер Бога людям. Он принес то, что человечество потеряло и утратило по-украински. Это мир, это радость и это любовь. Вот этого я вам и желаю, чтобы переполнили ваши сердца были миром, радостью, любовью, творчою силой, созидающей силой неба. Склонились звезды золотые, и возгласили небеса, ликуй земля. Рожден Мессия, явился в мир Спаситель сам, ликуй земля. Из лабиринта греха, нужды и суеты отныне небо дверь открыта в обитель Божьей чистоты. Не во дворце, не в царском доме, не среди лилий или роз, в убогих яслях на соломе лежит родившийся Христос. Мессия, Бог, о, посмотрите, проснись, беспечный Вифлеем! Ведь это в яслях твой Спаситель, и небо он откроет всем. Но город спит, от дома к дому не переносит весь Христа. Лишь только ясли и солома нашлись той ночью для Христа. А небеса о славе пели, о расторжении оков, и звезды ласково смотрели на изумленных пастухов. День Рождества великий славен наш неизменный вечный Бог. Ему сегодня предоставим неведный темный уголок, но нашу жизнь и все желания, все дни, все годы, все дела тебе, Спаситель, все признания тебе, Христос, сердец хвала. Люди,
Ему. Я бы так красиво можно спевать, что ваш отец Лаврентий на память верит. Люди, воздадите Богу славу. Ну, мамуня, поехали. Еще раз. Добрый, дякую сердечно.